Международному аэропорту Курумыч планируют присвоить имя великого соотечественника. При этом существующее название не будет заменено, а лишь дополнено. В чью именно честь назовут воздушную гавань, решат в три этапа. В ходе публичных обсуждений в общественной палате сформируют длинный список имен, затем шорт-лист. Из него выберут тройку лидеров путем соцопроса. В конечном итоге победителя определит народное голосование. Инициатива реализуется в рамках проекта «Великие имена России» и затронет 45 крупнейших аэропортов страны.